Как меня пытались обмануть в Дубае? Я недавно выставила на продажу свою машину. И после публикации объявления мне позвонил один приятный мужчина. Мы с ним поговорили, и он решил ее купить после осмотра. Спустя несколько дней он сказал, что прямо сейчас готов мне выписать чек. Да, в Дубае до сих пор очень часто ими пользуются. И обычно чеки принимают без вопросов из-за местного доверительного менталитета. Но я-то русский человек. Я не понимаю, как за машину можно взять какую-то бумажку. Там же можно все, что угодно написать. И вообще, счет в банке у человека может быть заблокирован. Я решила проверить информацию, и мне сообщили в полицию, что это частая схема мошенников. Будьте бдительны и не забывайте подписаться. Я рассказываю про Дубай.